Поймал, да, мячик? Да, да, да. Чтобы уже на рефлекс выводить этот. Нет. Да. Стоп, медленно, пошли медленно, поднимаем, поднимаем, вот ты пошел. Вот здесь у тебя начинает уходить тяжело. Вот здесь. И пошло движение. Так. Только когда мяч вот здесь выводишь, да, руки не отпускай низко, вот движение. Пошло. Так. Мяч чуть-чуть выше держи, выше. Выше мяч, вверху. Выше мяч. Сильно круговое движение. Начал сильно круговое делать. То есть вот такое начал делать движение. Вот я движение, вот обязательно. Бок ушел в противоположную сторону туда. И пошло вперед. Пойдет. Хорошо. И вот когда будешь сейчас кидать, постарайся, чтобы давай, чтобы у тебя локоть не коснулся моего.